Пробный пуск тепла в наши дома состоялся накануне. Больницы, детсады, школы начали подключать еще раньше. Картину портят некоторые теплоснабжающие организации. Как будто не видят, что сентябрь промозглый, ночи уже заморозки обещают. И все равно не дают тепла хоть тресни, даже детям. Компания «Владимир Теплогаз», которая мотивирует различными условиями, не включает свои котельные. Из-за этого у нас за Клязьминском один детский садик стоит, и два детских садика и школы стоит в микрорайоне «Энергетик». Мотивация совсем непонятна у людей. Как будто они живут не в городе Владимире, как будто не их же дети ходят в эти же школы и детские сады. По поводу этой кампании даже соберут комиссию по чрезвычайным ситуациям. Что касается ТЭЦ, а от нее, как известно, тепло получает большую часть города, то, несмотря на мелкие недоделки, она к началу отопительного сезона готова. Сейчас один котел находится в капитальном ремонте, срок окончания у него конец октября, но это все в плане. На отопительный сезон не влияет никак. По мазуту, запас мазута 24 763 тонны. Это выше норматива. К крупным поставщикам тепла, компаниям ТГК-6 и ВКС, есть претензии другого рода. Некоторые разрытия после летнего ремонта теплотрасс не ликвидируются месяцами. Глава администрации даже предложил владельцам сетей объединиться и создать общую службу благоустройства. Для города это очень важно, чтобы хорошие после разрытия, ну, это неизбежность, да, чтобы после произведенного ремонта была качественная в основном дорога, бордюр, асфальт, дорожка, трава посажена. Мы за это будем, конечно, настаивать на этом и обязательно убедимся. И будем совместно с ними, я думаю, это делать. И скоро во Владимире появится еще одна организация. Жителям будет куда пожаловаться, если в доме вдруг неожиданно прорвало трубу. Конечно, можно вызвать слесаря. А если это случилось ночью, для таких экстренных ситуаций как раз и создается специальная диспетчерская служба. Работать будет круглосуточно, выезжать по первому звонку. Причем звонки будут записываться. Так что в случае чего диспетчер не сможет сказать, что вызова не было. Александр Инин, Артем Горчаков, «Шестой канал».